Здравствуйте, друзья! Приглашаю вас на велопрогулку по центру Одессы. Мы проедемся по улице Пастера, свернем в Ольховский переулок, захватим немного Софиевской. Также проедемся сквозь переулок Липунова. Я расскажу немного о Липунове и его трагической судьбе. Покажу подробно очень красивый дом в этом переулке, который находится в ужасном состоянии. И под конец мы прокатимся с ветерком через горсад.
Перед нами Одесская национальная научная библиотека, основана в 1829 году. Это переулок Ляпунова. Он появился еще в конце XIX века и за это время много раз менял свое название. Он раньше назывался Новый, Малый, Библиотечный, Скульптурный и Софиевский. 1963 года назван в честь математика и механика Александра Ляпунова. Слева находится дом, памятник архитектуры, доходный дом Анны Ивановны Казынец. Дом построен в стиле модерн. Дата строительства 1909 год. Этот дом все еще жилой. Проезд загорожен плитами, чтобы не тревожить дом. Как значится официально, этот жилой дом ожидает неотложные стабилизационные меры по предотвращению дальнейшего развития аварийного состояния. О том, что дом пребывает в ужасном состоянии, его жители жаловались уже давно. Более того, в ноябре 2021 года в департаменте городского хозяйства объявили тендер на создание проектно-сметной документации по восстановлению здания. К работам собирались приступить через полгода, но началась война. Итак, продолжу про Александра Ляпунова. В 1917 году, в возрасте 60 лет, он с женой переехал в Одессу. У его жены был туберкулез, и врачи посоветовали ей сменить сырой северный климат на теплый южный и переехать к морю. Он понимал, что ее смерть от туберкулеза – только вопрос времени. Однако удар оказался для него слишком сильным. Его жены не стало где-то через год. В день смерти жены Ляпунов пытался застрелиться и в течение 3 дней находился между жизнью и смертью. Умер Ляпунов 3 ноября 1918 года в университетской хирургической клинике и был похоронен на 2-м христианском кладбище Одессы. Вот такая печальная история.